Всем привет! Сегодня поговорим об Apollo Start 125. Это самая бюджетная модель в линейке Apollo. Вот, имеет она колеса 12-14. Есть точно такая же модель, но с колесами уже 17-14 и с фарой. Это, то есть, 14-12 без фары идет. Вот, по сути, этот Аполик под этим пластиком типа РФЗ скрывается всем известный Ирбис ТТР-125. Та же рама с теми же болячками, а болячка у нее, в принципе, одна, это вот отрывает верхнее крепление из-за того, что нижнее крепление мотора сделано вот таким образом. И раскрутившись, разболтавшись вот эти вот болты, ну, не дают надежной фиксации, и получается он висит на верхнем креплении, и его со временем может поломать. Так что, кто ездит на таких Аполиках, либо на ТТРах 125-х, всегда проверяйте нижнее крепление, не открутилось ли оно. Дальше. Еще одно отличие, отличие по сути от ТТР, это вот этот пластик, он реально крутой. То есть видно, что он мягкий, то есть не ломучий, в отличие от ТТР. Сиденье идет уже их собственное антискользящее, то есть идет такой материал, он как бы прорезиненный. Плюс вот эти вот зацепы, ну реально удобно, то есть не соскальзываешь, даже когда сиденье намокнет, тут грязь какая-то на нем прилипнет, то есть четенько. Дальше у него отличие идет руль. Разноширокий, то есть здесь 28, подкрепление 28, то есть он прочнее, в принципе, чем стандартный ТТРшный. Вот, дальше. Плюс у него еще карбюратор идет, то есть нормальный, с топливным обогатителем ВМ-22. Мотор 125 кубов, Лифан, 4-тактный, ну, стандартный, как и на большинстве. Единственное, у него нету электростартера, в принципе, который нафиг не нужен. И вообще, чтобы вот этот пит сделать для гонок, тут достаточно только вот эту лишнюю деталь болгаркой вот так вот отпилить, подставку боковую. Все, пожалуйста, нормальный снаряд для участия в гонках по мини-мотокроссу в классе 125, класс дети. Он, в принципе, подойдет. Вот, по подвесочке здесь... Но она на внешний вид не такая, как на тырчике, но мне кажется, кроме как синих вот этих деталюшек, она больше ничем не отличается. Вилка точно такая же, как на тырчике, то есть тоже без регулировок, простенькая. Глушитель прямоток, сейчас постараемся завести, показать, как он пердит. Вы где-то уже в комментах писали, что вроде как надо заводить, ну давайте заведем. Открываем крайник. Как раз плюс вот этого карбюратора, то, что там топливный обогатитель, не надо держать ручку газа во время прогрева. Звук выхлопа стандартный, обычный, прямоточный. Подпертывает как взрослый. Кому было полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!